Понедельник, друзья, вот такая за окном погода. Опять дождик. Так что сидим дома и не высовываем нос. Холодно. Приготовила тортик. Сейчас ждем, пока он настоится в холодильнике. Потом будем пить чай и смотреть фильм. Я нашла какой-то военный фильм. Новый. Будем смотреть. Всем привет, друзья! Вышла я сегодня на улицу. Смотрите, сколько здесь зелени. Тхимали уже растет. Это шелковица, инжир. Смотрите, зеленый. Пока, конечно, еще. Здесь ежевика. Здесь новые корпуса. Я еще не видела. Здесь тоже такой новый домик, но пока еще там никто не живет. Розочки возле подъезда. Фонтан включен. Все резвятся. Солнце светит, тепло. Но ветерок все равно есть еще. Не очень большой, но есть. Собачке жарко. Куда я пришла в тень, туда и он за мной. Вчера было холодно, сегодня жара, да, не поймешь. Погода меняется каждый час. Друзья мои, сегодня у нас в Грузии праздник, День независимости. Так что я всех поздравляю. Грузию, грузин, всех живущих здесь, в этой прекрасной, красивой стране. Желаю всем здоровья, счастья, мира, любви. Процветание. Еще раз с праздником. Билоцев, чему сакартвелу. Такая у нее обувь. Вот такую хорошую клубнику мы купили. Килограмм 4 лари стоило.